Дома в микрорайоне Просторный растут как грибы. Первый уже готов к подключению коммуникации и заселению жильцов. Но не только жилые дома планируется построить в Просторном. Здесь также появятся два детских сада на 240 и 140 мест, парк, стадион и магазины. Но главное, впервые в Иванове планируется организация парковочных мест вне дворовой территории. В рамках проекта предусмотрены вот какие нововведения. Первое – это двор без машин. Да, то есть во двор машины въезжать не будут, кроме машин экстренных служб. Все парковочные места будут вынесены на улицы, значит, и вполне возможно, если мы сейчас вот решим юридические вопросы, значит, они будут продаваться в собственность гражданам. То есть у каждого будет свое место, где можно будет поставить машину. Обеспеченность не менее 60-70%. В первую очередь строительство – дома эконом-класса. В 2-3 этажа каждый с квартирами-студиями. Стоимость квадратного метра в такой квартирке – около 30 тысяч рублей. Для молодежи, только начинающей свой жизненный путь, стоимость вполне подъемная, считает застройщик. Всего домов этого типа будет 12. Затем начнется застройка еще 9 очередей строительства. Население здесь будет? 8 тысяч. Примерно. Да, 8 тысяч. Ну, треть почти Кохмы. Значит, вся первая очередь, вот, кроме этих домов с красными крышами, уже заложена, фундаменты. То есть, ну вот можно посмотреть, там работы ведется. Да, видно было. Я еду после этого объекта, да. Краны работают, двигаются, все. Понятно, люди есть, понятно, что строится. А ведь еще совсем недавно это был обычный пустырь. Через несколько лет жизнь здесь забьет ключом. А главное, более 8 тысяч человек получат возможность приобрести жилье. Пусть не люксовое, пусть на окраине, зато свое. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.